Приветствую вас на канале Животные Сони. Сегодня мы вновь будем играть в 5 ночей шлепой. Сегодня вторая ночь. Сейчас звук прибавлю. Алло, это снова я. Я не понял, что не слышу ничего. Я говорил тебе, что надо наблюдать за телевизором. Ну так вот, к телевизору, который... Ладно. Что прям помню, что-то нужно делать. Так, красная кнопка вентиляция. О, щит. Звука нет, нифига неудобно. Пипец. Так. Меню. Сейчас. Очень некомфортно, когда ты нифига не слышишь, а должен. Алло, опять нифига не слышу. В чем проблема? В прошлый раз я говорил тебе, что надо наблюдать за телевизором. Или вам слышно? Ну так вот. А, все, я поняла, это я туплю. Это я туплю. Если в офисе что-то произойдет, то ты увидишь соответствующее сообщение. Ждем. На экране телевизора. С вентиляцией. Что делать? Нет! Нет! Что я еще хотел сказать? Будь осторожен. Сегодня сотрудники слышали какой-то странный скрип вентиляции. Попробуй закрыть. Мне вот так вот стало, чтобы если что, я могла быстро нажать. Но попытайся экономить электричество. Лампа, фонарик и вентиляция. Ой. Главное не бояться, ведь я все время на связи. Если произойдет что-то. Ждем. То я тебе расскажу. Так, наша задача сегодня пройти это вторую ночь. Пройти вторую ночь. Так, на тебя, по-моему, светить надо. Вот, молодец. Так, уже прошло почти половина, 64%, нормально. Живем. Живем. Кстати, интересно, слеп на самом деле такой тупой, что он не замечает, что мы за столом. Так. Стоим здесь, подходим поближе к телевизору. Почему-то полиция не приезжает. Там на экране описано, полиция уже вызвана. Ребята, какого фига она не приезжает и меня не спасает? Сдрисни. Так, 41% остался час. Живем. Можно закрыть вентиляцию и просто шлёпу прятаться от лысого кота, прогонять фонариком. Но мне кажется, что лучше... Ладно, я не буду наглеть, поэтому я просто буду делать по правилам. Какая простая ночь. Так, я с вами прощаюсь. Следующее видео будет, скорее всего, про Айс. Я сейчас планирую снимать все-таки несколько хорроров. С анимациями, скорее всего, дело закрылось, но тем не менее. Хотя бы что-то, по идее, я снимать смогу. Вот. Вообще, скорее всего, буду снимать хорроры, ибо... На хоррор я хорошо реагирую, если реально страшно.
Поэтому следующее видео, скорее всего, будет про Айс. Всем удачи и пока!